Суд в Бишкеке оправдал бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева по делу о массовых беспорядках в октябре 2020 года. Соответствующее решение озвучил председательствующий на процессе судья Убайдулла Сатимкулов. Данное решение суда многие, в том числе и сами фигуранты дела, оценили как справедливое. Суд был справедливым? Я считаю так, решение суда справедливое. Оправдание бывшего президента Алмазбека Атамбаева и других фигурантов дела служит доказательством того, что сегодня судебная система Кыргызстана функционирует вне политики. Вчера было вынесено судебное решение по поводу октябрьских событий 2020 года. Все в один голос говорят, оппозиция, также представители общественности о том, что сегодня мы увидели независимость судебной системы, объективный был приговор, реальность процессов была, проходила. Да? Это говорит о том, что сегодня есть надежда на то, что судебная система будет поэтапно совершенствоваться, в этом отношении будет приниматься определенные меры. Как отмечают эксперты, ранее судебная система была под контролем руководства страны. Однако бывшие президенты стали заложниками своей же системы. Все эти недостатки отмечал и президент в ходе встречи с судьями и работниками судебной системы страны в прошлом году. Тогда глава государства призвал судей исправить все отмеченные недостатки, обеспечить прозрачную и беспристрастную работу для восстановления уважения к судебной системе. Суды – это всегда в Кыргызстане было зеркалом тех проблем, вот кривым зеркалом зачастую, да, которые у нас существовали во власти. И поэтому не случайно, когда Садыр Жапаров стал президентом, он сам не раз проходил судебные процессы, он прекрасно знал и знает, как вершилось у нас так называемое зачастую правосудие. Суды, которые у нас идут по резонансным политическим делам, где рассматриваются, значит, вопросы с бывшими там президентами страны, как Алмазбек Атамбаев, но мне кажется, вот это характерный пример того, что мы можем применять к судебной системе слово объективность. Что мы раньше даже, наверное, и подумать-то не могли об этом. Сейчас это появилось, и мне кажется, вот это очень такой конструктивный посыл, ну, наверное, для будущих наших реформ в этой системе. В ходе встречи с судьями президент Садыр Жапаров подверг критике работу судейского корпуса, отметив имеющиеся проблемы в судебно-правовой системе, вызывающие справедливое возмущение со стороны общественности. Секунду, Скадатаева, Алмбек Дикамбаев, АЛАТО 24.